Приветствую всех любителей ароидных. Сегодня 29 апреля, и у меня есть новости. Мои калладиумы, посаженные в феврале, прорастают. У меня всего около 30 разных калладиумов. Посадила я их все в феврале. Как я их садила, посмотрите в моем видео. Прорастают они очень недружно. Некоторые уже имеют по 2-3 листа. Но большинство из них еще в таком зародышевом состоянии. Самыми шустрыми оказались адаптированные к моим условиям калладиумы. Это американские сорта. Они у меня уже второй год. Но также прорастают недружно. Самым ранним оказался сорт американский Spring Fling. Он так, наверное, и называется поэтому. Так как в переводе это весенняя бурная жизнь. Неповторимой особенностью данного сорта являются его почти прозрачные листья. Поэтому Spring Fling невозможно спутать с другими чисто розовыми калладиумами, которых у меня в коллекции всего три. Листья на очень высоких черешках. Я пытаюсь их поддержать. Так как даже без ветра в комнатных условиях листья со временем тяжелеют и падают. Черешок не ломается, но как бы вид декоративный уже будет потерян. Ну вот, вышло солнце. Я под зонтиком. Шикарный лист. Огромный. Красавец. Сорт американский Каролин Уортон. Тоже его нужно уже опору ставить. Вот не ожидала я, что клубни моего собственного урожая прорастут так рано. Все-таки в апреле еще недостаточно света, поэтому мои калладиумы вытянулись почти на полметра. В следующем году я не буду начинать проращивание этих сортов в феврале. Я уже наклеила на их горшочки надпись «Посади меня в апреле». Самая большая весенняя проблема для моих калладиумов – это средняя комнатная температура плюс 20 градусов. Для калладиумов это скорее зима. В их природных условиях такая температура бывает только ночью после дождя. В остальное время это плюс 30, плюс 38. Честно говоря, даже не знаю, 30 сортов. Я хочу вообще 200. 200 будет достаточно для меня. Но куда их ставить? Это просто огромные растения. Конечно, им нужно время, чтобы так вырасти. И не все сорта такие крупнолистные. Этот молоденький калладиум, не имеющий названия, успел в апреле даже отцвести. Вместе с первым листом он выпустил цветонос. Моя цель этого сезона – переопылить разные калладиумы и получить семена. Я собрала уже некоторую информацию о проращивании калладиумов из семян и хочу вырастить новые расцветки. Но, к сожалению, этот калладиум расцвел в одиночестве. Его не с кем скрестить. Цветет он всего 4 дня. После отцветания я срезала цветонос. Пока я примерялась с ножницами, пыльца слетала с цветка, но я даже не догадалась ее собрать и использовать позже. Возможно, она имеет долгий срок годности, и ее можно использовать, когда зацветет другой калладиум. Но ничего, я уже нашла следующий цветонос на другом калладиуме. С него я точно соберу пыльцу. Друзья, если вам интересно увидеть мои калладиумы летом в полном расцвете сил, не ленитесь подписаться на мой канал «Коллекционер цветов». Жмите на колокольчик оповещения, чтобы не пропустить мои новые видео. Я очень рада новым подписчикам. Это означает, что любителей цветов вокруг все больше и больше. Ухаживайте за своими цветами. От всего сердца я желаю вам удачи и процветания. До скорых встреч!